Доктор Дэн теперь принимает детей. В Центре здоровья и быта «Сафари» на Московской 149А открыт единственный в городе стоматологический кабинет для самых маленьких пациентов. За лечением наблюдала наш корреспондент. Без боли и без проблем лечит зубы всем. Добрый доктор Дент спешит на помощь самым маленьким. Уже не первый раз Маша пришла к нему на профгигиену полости рта. Детский уголок создает правильное настроение перед визитом к стоматологу. Маша, здравствуй, проходи. Клиника «Доктор Дент» – это 10 лет успешной работы профессионала своего дела, современное оборудование и уютная обстановка. В медицинском кресле детям комфортно и совсем не страшно. Грамотный специалист знает, как сделать процедуру безопасной и безболезненной. Мы выполняем все виды услуг, лечение, профилактика гигиены, удаление – все делаем безболезненно. В «Доктор Дент» специалисты работают в четыре руки и только с качественным материалом. А еще здесь показывают мультики и дарят подарки, совсем как зубная фея из сказки. От такой улыбки хмурый день точно станет светлей. Мне сначала делали это, эмаль наносили там на зубе, а сейчас почистили зубки, чтобы зубки не гнили и чтобы они не были кривые. Детская стоматология открыта для вас в Центре здоровья и быта «Сафари» на Московской 149А. Стоматологическая хирургия для взрослых на Советской 49. Запись по телефонам 77944 91575. Пусть визит к стоматологу будет приятным, а зубы – здоровыми. Регина Ломакина, Александр Барсуков, Новости Муром.